Итак, всем доброго времени суток. У нас очередная посылочка сайта AliExpress. Сейчас вместе с вами откроем, посмотрим, что же там нам прислали наши друзья китайцы сайта AliExpress. Не забываем подписаться, подставить лайки, кликнуть на колокольчик. Сейчас мы здесь смотрим, что у нас там. У нас там чего-то в пакетике. Это у нас пришел налобный для экшн-камеры. Налобный такой вот ремешок, чтобы, как говорится, ходить, снимать. Вот. Так, стоимость данного девайса будет в описании. Вот. Очень полезная штука для тех, кто любит снимать экшн-камеры. Так, болтика здесь нету. Здесь вот такая вот гаечка металлическая. Внутри у нас все прорезиновано. Здесь резиновая такая вот волна. Так, тянет у нас довольно-таки хорошо. Так что снимать на мою экшн-камеру будет просто прекрасно. Сейчас мы попробуем сюда прикрутить экшн-камеру. Вот, ну такая вот, все такое хорошее, такое грубое, такое качество не воняет. Просто супер. Так, пакетики у нас больше ничего нету, так, кидаем. Сейчас мы берем нашу экшн-камеру. Она у меня лежит и ждет лето. Когда же наступит лето, чтобы где-то выйти на природу, поснимать всякое всячину. Так, вот наша экшн-камера. Трошки так воняет. Трошки этот, говорится, налобный, трошки силикона. Так, вот так вот у нас экшн-камера. Вот это вот откручивается. Сейчас мы сразу снимем, проверим, не подходит это все дело. Ну. Так, ну, как вы видите, все подходит, снимается. Так, все зажали. И можно наш регулировать. И так вот ходишь, снимаешь. Вот. С примером на голову. Так, на голове не жмет. Ну, я думаю, что годный девайс. Только у нее воняет вот это, походу, вот этим вот силиконом, который наносили. Вот. Так что, ну вот такой вот у нас девайс сайта AliExpress. Так что подписываемся на данный налобный, как говорится, ремешок будет. Ссылочка, переходим, заказываем все это дело. Широкая здесь такая вот мягенькая, чтобы не жало нигде пластмасса. В голове сидит только, что примерял, очень хорошо, красивенько. Так что годный, как говорится, девайс. Все. Ждем новых видео. Будет очень много чего интересного еще показано. Ждем. Всем пока, до новых встреч. Не забываем подписаться обязательно. Пишем комментарии. Переходим по ссылочке. Всем пока. Bye-bye.